Приветствую вас на первом циничном канале. Друзья, крепитесь. Умер Александр Масляков, бессменный руководитель КВН. Какую огромную плеяду талантливых людей он воспитал. Ну, один только Владимир Зеленский чего стоит. Давайте вспомним, чем же кроме КВН запомнился. Вошел в историю Александр Масляков. Поехали. В январе 2012 года стал членом Народного штаба по Москве кандидата в президенты Владимира Путина на третий срок. С августа 2017 года находился в базе сайта «Миротворец». Ай-яй-яй. Так, в январе 2018 года был зарегистрирован доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 18 марта 2018 года на четвертый срок. В 2024 году стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина. Это я Википедию читаю, но тут не написано, что на пятый срок, потому что пятый срок в России является первым. Вы же помните, обнуленный. Да. 8 сентября 2024 года. Скончался от рака, с которым боролся с 1960 года. Это информация из Википедии. Совсем недавно президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, ну, по данным там одной газетенки, всемирно известной, дал команду искать эликсир вечной жизни. Не успел.